Кукла есть, денег нет. Всем привет! Сегодня у меня обзор на маринет из Леди Баг. Это моя огромная хотелка. Я очень рада, что я ее приобрела. Точнее, спасибо Кате, что мне ее купила. Пожалуйста. За мои деньги, но все равно. Очень большая хотелка, и сегодня мы будем ее распаковывать. Вот покажу коробку. Тоже мне очень нравится эта коробка, как она выглядит. Тут у нас персонаж, тут остальные герои, и тоже они были в кукольном воплощении. Я думала сначала взять Леди Баг, или Леди Баг и Маринет как бы в одном, когда костюм прилагался, но все-таки остановилась на Маринке, потому что как-то мне ее образ очень нравится, вот это сочетание цветов, я решила взять ее. И вообще комбинация с Леди Баг была очень дорогая, как я помню, ну и поэтому мой выбор. Все еще думаю о коте. Это не мой, это Катин, кто не знал. Сейчас все о них расскажу, когда будешь распаковывать. Да. Тут у нас будет обзор сравнения. У Кати есть как раз маринет, которая шла с костюмом Леди Баг, а у меня обычная. Так что сравним. Вообще-то штанцы тут не очень, так что сейчас спойлер. Давайте открывать коробочку. Как ее открывать-то вообще? Нож. Ножницы. Есть, но нет. То пока Даша воюет с коробкой, расскажу о вот этой вот Маринет-Леди Баг. К сожалению, костюм я забыла у себя дома, я молодец. Ла-ла-ла. Но вообще, мне кажется, что между собой вот эти две маринки очень сильно похожи. Ну, по артикуляции они абсолютно одинаковые. А вот по наполнению, единственное отличие, которое вот мы пока что видим, это реально только вот эти вот штанцы. Потому что здесь они сделаны как под такой вельвет, что ли. Вельветовая ткань. А там они просто как бы кусочек синтетики. Ну, сейчас сравним, покажу. А вот лицо, оно, на секундочку. Сейчас мы все сравним. Ладно, будет ладно. Ну, потому что мне кажется, что вот лицо у них реально один в один. Плюс ко всему, у моей Маринет есть еще на замену как раз сережки Леди Баг, то есть красненькие в черную точечку. Есть ее комбинезон. А у меня черный в красненькую точечку. Вот как раз тики есть. Точно так же, как у кота есть плаг. И, ну, соответственно, есть отдельная еще маска. Есть костюм. Вот, блин, почему я забыла? Лошара. Я еще любимая, как бы любимый герой, это Рена Руш, лисичка вот эта, и Квинби, но их я решила что-то вообще не брать, решила ограничиться маринет. Про кота еще подумаю, не знаю, пока что как-то. Ну вот, а насчет кота, точно, в начале был только лишь кот, но сейчас вышел еще Эдриан вместе как раз с костюмом кота. Я думала себе брать Эдриана. Но я потом посмотрела, что качеством он не ушел дальше, чем вот этот кот. Как бы да, костюм у него топовый, тут бесспорно, костюм прям шикарный. Единственное, что я боюсь, что вот этот вот типа кожзам или как вот эта вот лакированная поверхность, она начнет со временем трескаться, если ими заигрывать, вот как у пулип, это очень частая проблема. Но причина, по которой мне не нравится именно этот кот, это то, что у него глянцевое, такое рыжее лицо, будто оно все в масле каком-то, и пластмассовые волосы. Вот это мне максимально не нравится, я думала, что это исправят как раз у Эдриана, но нет, Эдриану еще сделали глаза вот так вот в кучку. Ну, Эдриан такой маленький, какой-то как дурачок немножко. Ну, да. Он такой, что про... Ну, он и в мультике такой, что? Леди Баг, Маринет, кто это? Just a friend, Один в первом башке был, на заметочку. Сейчас еще тики распакую. Голову с плеч. За штырь в башке. Да, не одобряем. Вообще... Кто смотрел сериал, как вам? Напишите ваши эмоции. Кто у вас любимый герой? Потому что я обожаю Леди Баг, Суперкот. Я вообще просто давний фанат. И посмотрела 2 серии 5-го сезона. Это 2 башки. Не буду спойлерить. Ну кто вот? А я еще не смотрела. Вот я не буду спойлерить, но... А я уже вижу халтуру. Какую? Я уже испугалась. А вот посмотри на ее волосы, на резиночке. И посмотри на мои. У меня ленточки. Ну, я понимаю, что у нее ленточки, потому что это как переоблачение в Леди Баг.
и для этого ленточки. Mm. Когда маринет, у нее обычные резиночки, по-моему. Я думаю, это так. Волосы я сейчас заметила не очень в клею, mm-hmm. сильно прям, сильно в этом средстве. У твоей... Мои тоже. Тоже, да. Вот. Сумка падает. Они как сосулечки такие, вот если видно. Сейчас посмотрим, я так немножко привыкаю, смотрю. И у меня такие достаточно разболтанные ножки. Не, как бы они, она в принципе стоит, но в некоторых местах она вот такая гиперподвижная. Ну да. Блин, ну у нее очень красивое лицо. Давайте я поближе покажу. Она такая миленькая, прям вот мне очень нравится дизайн вообще этого персонажа. Ну и Леди Баг, Ринет. Очень она такая милашка. Такие глаза у нее голубенькие, помада. Сережки вот, по канону у нее темные, в красную крапинку. У Леди Баг есть, да, пара... Да-да-да, есть съемная пара дополнительная. Съемная пара сережек. Она очень похожа на Маринет из мультика, на своего прототипа. У нее вот такая миленькая футболочка. Я так, как помню, это ее дизайн, она как дизайнер. Она сама делала вот свой лук, костюм. Потом у нее очень милый пиджачок. Вот с такими манжетиками, подворотами, в крапинку. Штанишки, они такие победнее, такого тоненького материала, однако цвет мне нравится, вот этот, он такой более насыщенный, чем у твоей. А балетки точно такие же розовенькие, вот такие балеточки. Угу. Ой, пальцы. Вот. Ну, про волосы я сказала, чёлочка. Ну, блин, я даже так ходила, у меня очень миленькая одежда, поэтому мне нравится. А, я еще про артикуляцию скажу. Давай, давай. Пару слов. Я, ну, не совсем говно, потому что я рада, что она вообще артикулирована. Это тоже была причина, почему я ее купила. То есть у нее рука достаточно хорошо сгибается, посмотри как. Но она опять, она не поворачивается вот в бок, вот так. То есть, как тут показать? Вот такой у нее интересный шарнир, он двойной даже. Однако нет функции, чтобы она вот так вот покрутилась вокруг своей оси, так скажем. Также это и с кистью. Тоже она поворачивается, но нельзя ее наклонить. Это немножко грустно, такое открытие. Для супергероя как-то не очень артикуляция такая. Ну, у нас Маринка, криворучка наша, любимая. Ножки у нее очень хорошо сгибаются, я в шоке, посмотрите. Очень хорошие сгибаются мне ножки, но опять же они не поворачиваются вокруг своей оси, так скажем. Как бы немножко минус, немножко неприятно. Голова свободно вообще вращается, просто такая легкая какая-то шарнирость, такая прям вау. Скружила голову девочки. Давайте сравним тогда наших двух моделей. Ой, можно я сумочку тоже уберу? А вот я как раз сравню сразу сумочки. А, кстати, да, я не показала сумочки. Давай тогда сравни сумочки и тики сравним. Ну, сумочки, мне кажется, одинаковые абсолютно. Не перепутай. Не, сумки вроде абсолютно одинаковые. Тики, что кстати, тики? Покажи тоже. Они где одинаковые. Моя, где твоя? Вот это моя. Хорошо. Они тоже одинаковые и по позе, и по покрасу. Мне кажется, они прям вот идентичные. Как мне кажется. А вот у самих Маринет я уже вижу различия. Я тоже, и офигеть. Большие, да. Прям большие. Ну, я бы не сказала, что одна страшная, одна не очень, но есть различия. Давайте посмотрим. Во-первых, мне бросились глаза брови, потому что вот у моей Маринет, да, они тоненькие, такой дугой прям. А вот у Катиной Маринет они более такие толстые и как бы менее круглые. Потом у твоей, как я вижу, глаза больше. Глаза больше и персиковая такая более помада. А у твоей помада, она яркая. Я думаю, помада вот более подходит к моим брюкам вот этим. Угу. Более яркая. У тебя более сдержанная, поэтому мне кажется, они так делали, ну не знаю. И у твоей губы поменьше такие губы, чуть-чуть, да, будут. Поменьше. Мне кажется, что у них молды разные. Ну, у этой более такой, как у дочки пекаря, такие прям щечки. А у твоей, кстати, лицо, да, более вытянутое. Это более такая... Как сказать, более угловатая, подбородок даже, если видно. Ну, интересно. Сейчас. Интересно, да. Ну вот у моей разные. Нос побольше. Мне кажется, форма носа у них абсолютно одинаковая. Может, просто размер молда как-то различается. А так вот вверх
Одежда вроде одинаковая. Одежда хотя... похожа. Да не одинаковая. Ну, штаны тут... Штаны твои лучше, конечно. Тут... Ну, просто материал, он такой какой-то подороже выглядит, чем просто какой-то... И тапки мои будут чуть-чуть посветлее. Мне очень нравится, что она прям похожа на эту героиню и лицом. Я прям очень довольна. Ну, думаю, больше я не буду приобретать кукол именно супергероев, ну, вот этих остальных Рена Руш, Квимби. Насчет кота подумаю, но не знаю еще. Давайте их вместе. А если выйдет Лука? Луку, да. Лука это любимый краш жизни моей. Лука прям очень крутой. Вайперион. Вообще кроликс еще интересная. Баникс, зайка. А у нее есть кукла тоже очень хорошая. Вот, я про эту куклу и говорю. И еще есть Драгон Бак, она тоже очень прикольная. Да. Но думаю, я не буду уже приобретать вариации Маринет. Но вот если выйдет Лука, ждите обзор, он будет. На этом, наверное, все. Что еще сказать? Ну, все, я сказала. Буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели наш видосик. Всем спасибо, всем пока. Miraculous. Отдай мужика.